Всем привет! Александр из Ленинграда, Москва. Хочу поблагодарить за помощь в поддержании канала. Если вы еще не знаете, то мы решили все средства от нашего канала направлять на поддержку мальчика-инвалида. Его зовут Игорь. Он живет в городе Зеленограде. У него наследственная болезнь тяжелая. Так, двумя словами сказать, у него просто кожа сползает. При небольших нагрузках на кожу, кожа начинает сползать. То же самое происходит на слизистых. Если он твердую какую-то пищу съедает, слизистую можно повредить. То есть очень хрупкая кожа и слизистые. Ему требуются постоянные, ежедневные, несколько раз в день перевязки. Без этих перевязок у него просто будут срастаться, например, пальцы на руках. Постоянная раневая поверхность, будут пальцы срастаться, если их не разделять. В общем, мы решили все деньги от нашего канала направлять на покупку медикаментов, перевязочных материалов для этого мальчика. И вот я хочу вас поблагодарить всех, кто заходит к нам на канал, кто смотрит наши видео. Канал посвящен нашей семье, нашей жизни и всякие такие вещи. Все, кто ставит лайки за наши видео, кто смотрит наши видео, кто рекомендует наши видео своим друзьям и знакомым, всем вам спасибо. Также не забывайте писать комментарии. Количество комментариев повышает рейтинг наших видео. Количество пальцев вверх тоже увеличивает. И не забывайте нажимать рекламу, которая появляется при просмотре наших видео. Это также увеличивает доход нашего канала. Давайте все вместе помогать Игорю. Ну и я хочу поблагодарить компанию Google, YouTube, которая выделяет деньги за наши труды, за наши видео. Все эти деньги будут помогать Игорьку. Я сегодня был в аптеке. Сейчас пока доход нашего канала небольшой, примерно 30 долларов в месяц, но постепенно цифра растет. 550 подписчиков у нас, и постепенно доход растет. Я надеюсь, мы вместе поднимем уровень нашего канала. Сегодня я был в аптеке, купил для Игоря лекарства. Но прежде всего нужны ему такие салфетки. По электронной почте отец Игоря прислал мне, какие препараты и перевязочные материалы нужны особо сейчас. Вот среди них были вот эти салфетки. Я их купил 20 штук. Целый мешок этих салфеток. Потом еще специальные перевязочные материалы, такой с облепиховым маслом для перевязки. Крем Депантен. Многие, наверное, знают. Дорогой, конечно, 100 грамм стоит 413 рублей. Но без него Игорю очень тяжело делать перевязки. Крем Депантен. Ранозаживляющий, действие очень хорошее оказывает.
и хлорфилита. Сказали, нужен хлорфилит тоже. Вот хлорфилит. Спиртовой раствор хлорфилита. Все это я на днях передам отцу Игоря. И денежки пойдут по назначению. Еще раз хочу вас всех поблагодарить. Только благодаря вашим действиям мы можем помогать Игорю. Надеюсь, и в будущем вы будете смотреть наши видео, ставить лайки, комментировать. Все. Будем вместе помогать. Мы вместе. Всем счастливо. Пока.